Николай Алексеевич, доброе утро. Как дела? А мы на рыбалку. Ну, на или на спортивное, или на Боровское. Куда-то туда. Да, конечно, да. Но. октября едем на рыбалку, на улице уже зима полным ходом, снега уже выпало где-то, наверное, сантиметров, блин, 15-20 это точно. Парни со мной едут, а твоя семья, так что вот так вот. Осталось ехать где-то километров 7 по лесной. По пути ехали, видели в лесу глухаря. Пришлось его подстрелить, потому что еще у меня по лицензии еще есть. Вот такой вот. Красавчик. Хороший глухарь этого года. Прям на бровке сидел. Вот там, да. Так что ехали на рыбалку, увидели глухаря, добыли. Так, все, приехали на место. Посмотрим. В озере никого нету, вроде бы. Да. Вот тут мы будем пробовать рыбачить. А так что верно? Конечно. А? Да, да. Ну что, пробуем? Классно. Держи, лови. Дерни и подержи, дерни и подержи. Давай, давай, давай. Вот. Сёма. Поймал еще одного окунька.
Во! Слома. Вытащил. Молодец. Пушок. Покажи-ка его. А, жирный сок он. Молодец. Смотри, как дела. Окуня поймал хорошего. О, Слома еще поймал. Молодец. Сема сегодня пока рекордсмен по окуню. О, не крупный окунь. Матюха, что у тебя там? Парни замерзли, и мы решили развести костер. Они будут греться пока. Я пойду порыбачу. Да? Сейчас разгорится. Получше, да, это. Будете подкидывать. Потом согрейтесь, придете. Во-во-во, Матвей, давай-давай. Тащи. Давай. Опа. Вот. Вытащил. Молодец. Да не уйдет он, не уйдет. Молодец. Клевать, конечно, стало намного хуже. Утром было как бы клев-то вообще такой неплохой. А сейчас вот ближе к обеду как-то вообще вяло стал клевать.
где-то дернет, и все, и вот надо сидеть его и брать его. Семен выпустил, снимать. Ух ты. Молодец, двух штук уже выпустил клумб. Конечно, мелкий, но ничего не поделаешь, крупнее не ловится. Матвея такая зеленая мормышка. На нее. Кое-как я его. Мозги крутят капитально. Да ты чё? Вы наружу сделали костер из этого, да? Ну чё, рыбалку закончили, машина греется. Сейчас поедем домой. Поймали где-то килограмма, может, 3,5 рыбы. Пострелили одного глухаря. Сёма сегодня рекордсмен. Поймал где-то, наверное, 40% улова всего. Молодец. Классно. У Матика сорвалась щука. Оборвала снасть. Так что нормально съездили в лес, отлично. Сейчас попьем чай и поедем уже домой. Давайте собирайтесь.